Кто поет в электричках? Туристы. Но вернем хоть на миг старину, когда тонкие специалисты под гитарную пели струну. Что-то вроде: много жизни обыденной хуже, жизнь актеров, а также актрис, тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивый тайный кулис. Потому совершенно свободно, не жалея кумиров своих, мы их женим на ком нам угодно и хороним безвременно их. Нам фантазия голову кружит, наши взоры навеки впились в тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивый тайный кулис. Я хочу приоткрыть занавеску, пардон, чтоб огни, где не надо, зажглись. И чуть-чуть, ненароком, не резко, показать закулисную жизнь. Я сегодня хозяин, к тому же, ведь и я по профессии из тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивый тайный кулис. Скажите мне, не потому ли, мне в купе сообщил гражданин, что Крючкова зарезал Никулин, не то Юрий, не то Валентин, а Папанов поет в Мулен-Руже и на бис исполняет стриптиз. Да, их жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивый тайный кулис.